Такого еще не было. Только Витязь в КХЛ проведет 5 матчей за 7 дней. Это будет серьезнейшее испытание. Давайте пожелаем нашей команде успеха. Влад, Витязь это, пожалуй, первопроходец в КХЛ, потому что 5 матчей за 7 дней еще никто не играл. Ну да, в принципе, я сам в такой ситуации впервые. Нелегко будет, но я думаю, мы справимся. Закалит характер наш. В принципе, соперники все принципиальные, нужно будет выкладываться и не бери силы. Ни в коем случае. Думаю, что все хорошо будет, мы готовимся. И в целом расписание знаем давно, поэтому видели, что будет такое количество игр. Так что я думаю, что мы готовы, и все будет хорошо. Иван, с каким настроением летим в Сочи? С хорошим, как всегда. Всегда такой боевой настрой на победу. Тяжело ведь 5 матчей сыграть за 7 дней. Ну да, я за неделю 5 матчей. У меня такого еще не было. Ну, как бы, те команды тоже в таких же условиях, поэтому будет хорошие игры. Будем стараться. Какой результат сочтешь хорошим? Все игры забрать. Это отличный будет результат. Другого настроя не должно быть.